Всем привет, друзья, с вами Андрей. И Максим. Итак, сегодня у нас впервые такой выпуск будет, или такой ролик, называется «Состав из паков». Сегодня мы в известной игре Паки Битс FIFA 19 соберем себе команду, 22 пака, 11 игроков, которые нам выпадают. Сразу объясняю, иконы мы в состав не берем, просто выбираем первого игрока, который выпадает. Если, например, мне выпадет Месси с первого пака, Максиму потом по ходу, то он остается только у меня. Максиму будет идти только второй игрок, который был в этом паке. Ну, в общем, разберемся. Общие обиды. Да, так что лучше первому ловить. Итак, первый игрок. Кстати, если не будет вратаря, ты будешь полевого игрока ставить. Ну это Каман, это неплохо. Так. Пожалуйста, Максим. Я пока запишу. Каман, а у тебя? Ну у тебя уже есть хороший. Записывай. Так. Ну это неплохо. Уже два хороших таких игрока затащили. Итак, второй мой игрок. Ну, это Марио Манджукич, так что даже без обороны можно, кстати, хорошо на него навешивать. Прошу. Так. Что-то не то. Рэмси. О. Причем, что мы открываем паки 81+, а Максиму выпал игрок 82. И еще игрок 77 в паке 81+ такой. Ух. Так. Идет наш третий как бы раунд. Пока что не было ни одного вулкаута и даже ни одного салюта. Но есть такой линк у меня хорватский. Ковачич и Манджукич. Так, что же хорошее выпадет, ё-моё. Но это неплохой полузащитник. Ну вот если у меня не будет вратаря, я могу Манджукича поставить в ворота, хотя бы из-за роста. Когда не нужно. Да. О, это первые салютики, это Тьяго. Ну 86 это по минималке, когда идет. Тьяго. А там откроешь. Так. Что-то не то. Горецко. Горецко, горилка. Пока что вратари вообще не выпадают. Бернардо Роналду. Сильва. Надо бы кого-нибудь хорошего вытащить. Так, Берн. Текс. О, первый лука. Не дай бог Месси. Твою ж мать, он Месси. Как так-то? Вот почему я сказал про Месси, он выпадает Месси. Вот он бородатый. Вот у меня есть уже Месси, этот дубликат. У меня их два теперь дубликата. Ну вот так вот, блин, Максиму выпадает. Да сейчас Роналду с Неймаром подъедут. Чего ты? Почему ни одного вулкаута? Какой-то мне, блин, блин, вот лучше бы Сократис еще бы выпал. Сейчас всех соберем. О, новенький даже. Ну, Кимих. Максим возьмет Кимиха, но обычную его карточку. Так. Ту-ду-ду-дун. Ту-ду-ду-дум. Саму Кастильехо. Это вообще. Зачем у меня столько вот уже правых этих полузащитников? У меня есть Бернардо Силь, теперь еще и этот. Не хватит. Саму Кастильехо. Родриго. О, нападение есть. В пару с Месси пойдет. Итак. Ни одного, у меня был один салют, только Тиаго, и все, и теперь еще и Писи. Роналду. В Бенфике. Опять он выпал сам, и Рэмзи еще. Компашка. Так. Так, Роналду. Я забыл, кто, этот, пицца. У меня что-то какой-то испанец. Ламенди. Максим испанку пока что там, я так понял, собирает. Итак, остается три раунда. И мне нужен... О! Это волкаут. Давай, Бейл, вот это хорошо. Вот я говорю, у меня очень много фланговых. Это Бернардо Сильва, там Кастильеха, еще и Бейл.
Почему мне не мог, например, Дехея бы упасть, и все было бы замечательно. Причем там еще и Иньеста был 87-й. Сейчас еще успеем хороших собрать. Так, ну у нас с Максимом по равным, можно сказать, по одному волкауту и по одному салюту. У Максима теперь... Жордиальба. У него два лучших левых, ну, одних из лучших левых защитников в испанской лиге. Это Луис и Альба. Итак, по одному салюту у нас с Максимом было и по одному волкауту. Компании. Вот это хотя бы у меня есть защита теперь. Это вроде у меня первый игрок из защиты. Сейчас намутим еще что-нибудь. Лукас Лейва. Лейва. Итак, 10 игроков мы уже записали, и остался последний шанс поймать вратаря. Поехали. Но не Асенсио. Фланги прям реаловские у тебя. Вообще. Только без Роналду. Такие он же не в реале. Асенсио. А вот тут, кстати, уже ошибочка, он не в Челси уже. Так что берешь ССК. Итак, друзья, сейчас на экранах вылезут составы, какие мы уже собрали из этих игроков. Ну, и сейчас мы ими сыграем. Итак, друзья, вот такие мы собрали составы. Да, вот И такие вот. я сыграю за Ливерпуль. Слева вы видите, справа это команда Максима. Он сыграет за Амиси. Дортмундскую Боруссию. Ну и сыграем мы так финал Лиги Европы, чтобы красиво было все. Так, Он еще не поехали. выбрал, как играть. Я тоже не играл. Так, где Ай-яй-яй, мы я? ты О, я справа. вон Мы эти он. Я не забыли забил. выключить. Опа, блин, штангу. Опа. Я три уже забил. Иди нафиг, я выйти. Что там? Я в тебя попал. Опа, Нет, еще. шестой. Опа. А! Так. А, мне же выключа. Итак, ну сейчас ты даже вот смотри. Типа вот это все финал Лиги Европы, все такое. И вот Ты ты... наверное сидишь? Да. А что? Могу Сегодня мы смотрим сказать. ближайший матч Лиги Я могу. Европы Вот, ты посмотри, какая красота. Даже вот комментаторы красивые появляются. Усатый. А это мой тренер на ворот. А это вот. А у тебя кто? Да, это кто? В смысле? В смысле тебя? Пиццы. А у меня почему не вратарь? Вот, я все правильно, как я выставил. В смысле, пиццы, это правый полузащитник из Бенфики. Ты про кого подумал? Вот. Не, вообще прикольно, Лига Европы. Я думал, ее вообще нет. Когда просто охота пиццы, и там Да. О, там Россия есть, я видел. Вот твой состав. Вот почему-то у тебя Филиппа Луис написано вратарь, но нифига он у тебя не вратарь. Я тоже типа это подумал, типа почему у тебя написано. Вот у тебя Рейн, чё? Не будем Вот он мой Мандзюкич. Нет. А, нет, по-братски. Ты дырында. Я туда вообще Да. Ну, плохо ударил. Кто вот у меня пицца, ты дырында? Почему вы? Я даже хочу посмотреть. Вот, типа, вот Месси. Вот тут что-то какое-то корявое дал. Тут ударил. Ну ты, смотри, это еще такой. Повезло, что не останется. Я сейчас просто издалека лупану, он тебя не достанет. Не знаю, через какую мне позицию зайти. Чтобы можно было пробить. Ты что делаешь? Ай, пенальти! Ты как у тебя этот, кто у тебя на воротах? Рэмзи, как он забил? Так, Бейл, где на стрелке? Или не Бейлом пробить? Укол, у него мало пенальти, что-то сильно. Так, я вот буду, типа, наверняка, вот пиццы. Вот у него больше пенальти. Иди нафиг. А, развел. А вот если бы я, если бы ты бы отбил, у тебя был бы шанс бы забить бы еще, потому что я вратарем бил пенальти. Блин, тот факт, что у меня рынок забил пенальти. Мы еще раз смотрим, как забивался мяч с пенальти. Это как я сегодня так? О, радуется на ворота. Я пришел на ворота такой. Лукас Лейн. Только после. Вас! Блин! Я выключу. Перематываю время назад. Вот у кого есть преимущество, тот пусть типа из. Ой, нет, нет. Как он катился, это Фабрега. Почему ты не мог забить? Забегай! Вот с мячом он продолжает накручивать одного за другим. Рыжи!
Угловой! Хочу! О! О! Да блин, не честно! Чё ты такими кожаными? Какими? На, как ты мне подарил? Я тебе зачем? Сейчас, я тоже хочу посмотреть. Вот это хорошее. Ну что ты мне отдал его? Что такое? На. Ну. Три раза я у тебя в штрафной мячом потрогался. Ну что, у тебя подыгрывали? Родриго Маштин. Не звонит или не звонит? Мне не звонил. А, звук включил почту. Мне звонил или не звонил? Ну не звонил мне. Тебе сразу прям позвонил. Я вообще тут игроков своих не знаю. И прямо в центр штрафной полетел. Вы несем мы мяч. Что? Нет, нет. Ой, хорош. Ай, а больного моего ударился. Убьем. Ты видел? Бьем. Он мой вратарь в ствол, в этот... Почему у меня ничего шальное не залетает? Да блин, почему пасы так дебильно работают? Не могу никак привыкнуть. Я, блин, не умный, мой. Дай вот этот, посмотрю. Это тренировочный матч был. Конечно. Да. Перед стримом, да. Кстати, а, это же уже после будет. Ну ты посмотри. Как он, блин. Да не ты не пропустишь, я могу. Да тренировочный матч, блин. Смотри. Рэмзи, блин, я это лучше бы отразил. Объ. Блин, еще мяч отбираешь. Арбитр не стал свистеть. Гол! Штрафной. Всегда опасен Гаррет Бейл при таких штрафных. Голясо! Я хотел как вратарем ходить. А, да? Да. А им никак. Этот ёбну твоего. Смотри. Ты посмотри, что он сделал. Я не был в его игре, хотел сюда переместиться. Я не умею тоже вратарями играть в этой игре. Пас голкиперу, тянут они время. Будем делать это красиво. Ты что, дурында? Зачем автовынос какой-то? Дурында такой. Все, по-тихому просто забиваем. Пас назад. Ай, обыграл. Нет, нет. А, обыграл тебя. Ну что, продержится Ливерпуль? Ооо! Максим забил! Вот это разворот! Вот это поворот! Это на сеска все-таки запишет? В последних минутах финала! Они снова в игре! Классный футбол! Он же пыкнул. Хорошо! Ты что мне пихаешь-то? Манжуки! Ооо! Ты дурында! Ой, смотри! Это... Чё он упал? Трындец вратарь! А почему я же выходил вратарем? Камбэчим, ребята! Ребят, за мной! Центр. Центр. Удар! База, центр. Вот этими. Вот это ты типа ходишь, а вот это типа еще. У меня вратарь лучше всех в команде бьет пенальти. А, по центру, как Дюба учил. Ты что, смотрел? Запомнил, когда Ярику сказал, что у Питера по центру. Блин! Да ладно, сейчас уберем. А-а-а, ты даже со стрелочкой не забил. Ладно, давай я промахнусь. Я видел, ты сюда бил. Вот вверх. Все. Да, ну ты наведи, все. Не, ну все, вот это сейчас считается будет, если я отобью, то это все в счет. Оп, 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 а, я хоть сюда. Думал. Я думал так. Ты чё? Чё влево смотришь? И реализует. Я туда сначала. Влево. Я панелькой бил. Я нажал туда. Блин, три удара я промахнул. Да, у тебя Рэмзи вратарь. Да ёпта.
По киберспортивному тебя развели. Я Паненкой бил в девятку. Не, вижу, ты типа в тот угол не ударишь. Ты потом в тот угол не ударишь. Я думал, надо прыгнуть. Выключай свое награждение. Не нажал, короче, в тот угол. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр. Если вам понравился такой именно формат, состав из паков, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Мы еще и пишите в комментариях, что вы хотите еще. И мы поймем от этого и будем делать еще. Да, пишите. С вами был Андрей и Максим. Всем пока.